В столице Кировской области учебный год сегодня начался для 47 тысяч детей. Из них 5,5 тысяч – это первоклассники. Некоторые из них услышали слова поздравления от главы города. За несколько минут до торжественной линейки родители первоклассников во дворе 37-й школы, достав фотоаппараты, спешат запечатлеть этот день. Ребята смущенно улыбаются. К 1 сентября они долго готовились и уже ждут начала занятий. Я ходила в подготовительный класс. Читать умею. Математику, английский, окружающий мир. Ну, потому что я люблю природу. Конечно, волнительное все. Ну и радостно в одно и то же время. Потому что все-таки уже 7 лет. Хороший класс, хорошая учительница, школа замечательная. Так что мы очень рады, что сюда попали. Поздравить с Днем знаний школьников и учителей 37-й школы сегодня приехали почетные гости – сотрудники городской администрации и глава города. Они пожелали ученикам успехов, а родителям – терпения. А также отметили, к 1 сентября все школы города прошли необходимые проверки и готовы к образовательному процессу. Спасибо нашему департаменту образования, потому что они не просто подготовились, они достойно организовали и проводят сегодня этот праздник, праздник Дня знаний, потому что действительно 1 сентября, оно для всех, для нас является такой объединяющей силой, силой вокруг знаний. Всего за школьные парты в Кирове сегодня сядут 47 тысяч учеников. После торжественных линеек ребят уже по традиции ждут уроки знаний, уроки безопасности и занятия на тему «Моя малая родина». Екатерина Зубарева, Николай Шахарбиев, Бюро новостей Давича.